Яркая палитра красок на один день окутала Люберецкий центральный парк. Здесь прошел фестиваль красок Холли, который собрал детей и взрослых со всего округа. В атмосферу праздника, веселья и красок окунулся Богдан Колесников. Этот индуистский фестиваль пришел в Россию более 5 лет назад и покорил сердца не только детей, но и взрослых. Весело, хорошо, интересно, красочно. Я не первый раз на таком празднике, это очень эмоциональное, крутое мероприятие. Все с азартом кидали друг в друга разноцветную пыльцу. По словам организаторов, опасности для здоровья от этого порошка нет. Краски Холли на органической основе из крахмала и пищевых красителей. Ну, с каждым годом приходит все больше и больше народу, как вы видите, ну и мы впервые в этом парке. Но народ прям сегодня готов просто к празднику, к буйству красок. С таким настроением пришел сегодня, все энергичные. В небе над парком пестрая дымка. Дотянуться до радуги легко, нужно только поднять руки вверх. Кажется, момент счастья настал. Очень все красочно, такое красиво, да? Мы все мечтаем о детстве. И вот это самый настоящий билет, прямой билет в детство. Спасибо. По старой индийской традиции считается, что тот, кто больше всего испачкался в краске, будет самым счастливым и удачливым. В фестивале красок приняли участие более 500 человек. Принять участие в празднике мог любой желающий. И мы не стали исключением. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.